Как вы относитесь к вакцине? Положительно, достаточно. Если, ну, лучше ее делать, чем не делать. Она в любом случае пригодится. Не страшно? Ну, по отзывам бывает сомнительно, но в целом мы не в каменном веке живем, и уже не так уж страшно это. Ну, мало ли что туда намешано. Ну, так можно относиться ко всему. Я вон ем непонятно что, так что такое вот. Хорошо. Что вы думаете по поводу того, что Россия нападет на Украину? Она нападет? Ну, тоже вот я вообще без понятия, что будет и как оно будет, поэтому я затрудняюсь ответить. Скорее, надеюсь, что этого не будет. Если будет, то обидно. Такое вот. Ну, как бы война на Востоке длится сейчас, да? Да, и вот с этого выплывает, да? И плюс еще, я не знаю, с каких источников, но все об этом знают, да, что происходит вот такая ситуация. И как-то вопрос стал ребром, да? Поэтому я его и задаю. И в случае чего вы пойдете воевать? Скорее всего, да. У нас с офицерские запасы офицеров. Служили, да? Нет, у нас... условно говоря, военная кафедра с подготовкой именно в офицерское. Поэтому, если призовут, да, конечно. Если начнется что-то такое, скорее всего. А на самом деле, хотелось бы вообще. Ну, придется людей убивать, будете? Ну, опять же, офицерское, именно как самой войны, я надеюсь, не будет. То есть, прям напрямую не будете, но приказы отдавать можно? Ну, плюс-минус. Не знаю, это очень сложный и морально, принцип, ну, моральный вопрос, поэтому я не могу прям так, насколько... Давайте, хорошо, давайте что-то по лайтове. Сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы обеспечить девушку? Сколько ему хватает на себя и таких же две ставки на женщину? X2, себя X2, короче говоря. Да. Мужчина работает, девушка ходит заведением, где становится более красивая, чем более, тем более становится мужчина, да, отработает. Правильно. Ну, на хорошо. Самом деле сейчас такие продвижения в социальном плане, что женщины тоже активно стремятся зарабатывать, так что именно то, что женщины просто ходят и занимаются собой, это устаревает, поэтому я надеюсь, что в нормальных семьях все именно так и происходит, что и тот зарабатывает, а потом складывается вместе и делает красивым мужчину. А то что это такое? Делает мужчину, тоже хорошо, это прикольно. Итак, а у кого должен быть бюджет в руках? У мужчины? Я думаю, должны быть доверительные отношения, он должен быть общим, если так уже сложилась ситуация. Ну и в зависимости от того, что это за семья. Ну, у каждой национальности свои, как бы, к этому предрасположенности, поэтому каждая семья решает для себя. Она умеет контролировать деньги, пускай контролирует. Если мужчина не умеет этого, пускай займется женщина хоть чем-то. Хорошо, как вы относитесь к геям? Нейтрально. То есть то, что сейчас происходит, пускай происходит. Оператор на нас. Нет. У нас заканчивается там объем памяти. Нормально. Хорошо, нейтрально. Если ваш сын стал геем, вот, и как вы к этому отнесетесь? Ну, если он не подкатывает ко мне, пускай занимается этим. Да. Если я буду учить его разбирать движки, а он будет пялиться на мою задницу, то нет. А если он просто встречаться с своим парнем, пускай встречается. Такое. Ну, вот, допустим, ситуация. Исполнилось ему 18 лет. По факту он по законодательству Украины, да, имеет право выбирать себе любого там сожителя, там, ну, друга, близкого друга, да. Вот, и так уж сложилось, что он выбрал себе парня 45 лет, что на порядок больше, чем он, да, и в принципе тут так, что делать, потому что, может, тот парень его подговорил, да? Ну, на самом деле, даже если девушка 18 лет найдет себе парня 45 лет, это уже будет страшно, потому что непонятно, что у него в голове, и что эта малолетка 18-летняя предпримет с этим 45-летним. Поэтому тут именно проблема в возрасте, а не мужчина это или женщина. Ну, как для меня в этой ситуации. Ну, может, более осознанный гей-напарник, и он подвел. На такое, да. Ну, тут, ну, надо просто обговорить и понять, что в голове у моего сына, и чем он живет, и чего он хочет от этого всего. Если он просто решил поразвлекаться, то, ну, надо будет как-то объясняться с родителями, поэтому вот такое вот. Хорошая позиция достаточно.
Итак, что касаемо работы, вот кем вы работаете, сколько зарабатываете? Раз у нас уже был вопрос касаемо денег. Ну, прям так не зарабатываю, так подрабатывал, потому что студент сейчас. Такое, ну, какая-то там ставка в 10-12 в месяц. Ну, чисто на подработках. Больше не было. Такое. В отношениях? Да, с девушкой. А, ты... давно в Киеве живете? Коренной. Коренной. С детства, да. Да. Ух ты. Прикольно, редко встретишь. Сегодня уже встретили трех. Это для селфи с коренным. Все хорошо, спасибо вам. Спасибо и вам, очень приятный вопрос.